Уважаемый Сергей Мирович, уважаемые коллеги, разрешите доложить о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 5 месяцев 2013 года. По прогнозным оценкам, рост ВВП в январе-мае 2013 года составил 5%, вырос на 0,2% по сравнению с январем-апрелем текущего года. Сергей Мирович, это у нас в соответствии с запланированным графиком роста. Мы предполагаем, что по итогам 6 месяцев рост ВВП в целом составит, мы говорили, 5%, и по итогам 6% с учетом низкой базы, как мы говорили, в сельском хозяйстве по итогам 2012 года и достижение запланированных объемов добычи в сырьевом секторе. И по основным отраслям рост индекса физического объема по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил в промышленности 101,8%, в сельском хозяйстве 101,1%, в торговле 112,8%, в транспорте 107,8%. И в связи 115%. Темпы роста ИФО в строительстве пока составляют 99% и отстают от темпов роста по сравнению с прошлым годом. Продолжают расти инвестиции в основной капитал и по итогам 5 месяцев составил 108,3% и по сравнению за январь-апрель 2013 года вырос на 0,4%. Индекс потребительских цен в мае 2013 года к апрелю составил 100,2%. Если говорить об инфляции с начала года, то данный показатель сегодня составляет по итогам 5 месяцев 102,4%. Разрешите остановиться на темпах развития отдельных отраслей промышленности. С учетом складывающейся конъюнктуры мировых цен, в целом рост ИФО промышленности за 5 месяцев составил 101,8% по сравнению с 101,9% за предыдущие 4 месяца 2013 года. Это в первую очередь связано с недостижением запланированных объемов по добыче сырой нефти. Если темпы роста ИФО-отрасли за январь-апрель 2013 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 102,4%, то по итогам уже 5 месяцев наблюдается снижение, составляет 101,8%. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то есть с апрелем 2013 года, то объем производства в мае этого года по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 97,9%. При этом наблюдается положительная тенденция по добыче железной руды. ИФО составил 102,5%. Проценты по сравнению с 99,7% за январь-апрель текущего года. Также есть тенденция к улучшению ситуации в черной металлургии. Индекс физического объема за январь-май 2013 года составил 84,4% и по сравнению с 79,8% за январь-апрель 2013 года вырос на 4,6%. Сергей Мирович, это вот мы хотел бы остановиться на основных параметрах. После подведения всех предварительных итогов совместно с агентством статистики мы уже доложимся подробно уже по всем деталям, по всем отраслям. Спасибо.